can't seem to focus. I know where my devotion is, my intuition is. I know we want to feel every part of what we got. I'm chasing what is real. I promise I won't get caught up in the fantasy of what love should be. They say hearts will bleed, but they don't know me. If you hide and seek, know just where we'll meet. They say hearts will bleed, but they don't know me. If you hide and seek, even though.
Сегодня отличный матч нас ждет, трибуны уже заполнены, а до начала еще остается немного времени. Не переключайтесь, мы ведем прямой репортаж с Гудисон Парк. На Гудисон Парк отличные условия для того, чтобы команды показали футбол высочайшего качества, и даже погода не стала вмешиваться. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Зовет нас английский футбол вновь. Это премьер-лига в прямой трансляции. Это Эвертон против Манчестер Сити. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитым мячом. Итак, встречаются две команды из верхней части турнирной таблицы. И обе команды, как мне кажется, будут играть на победу. И в этой схватке... они будут биться не на шутку. Хороший по задумке пас. Счет открыт. Быстро. Добро пожаловать на Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Комментаторский дуэт сегодня остался без изменений. Как и всегда, для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. На ваших экранах английский футбол. Смотрим премьер-лигу. Эвертон против Манчестер Сити. Спасибо, Георгий. У нас все почти готово к началу встречи. Я надеюсь, что футболисты настроены сегодня сыграть в открытый футбол. И хочется увидеть матч с большим количеством атак и забитых мячей. Удар! Спасает свою команду от гола этот игрок. Вот они, два клуба из верхней части турнирной таблицы. Обе команды, я не сомневаюсь, будут играть сегодня на победу. Ну и кому больше повезет, тот устремится в погоню за лидером. И все хорошо было в этой атаке, но в створ ворот он не попал. Удар у него явно получился не таким, как он рассчитывал. И мяч пошел мимо створа ворот. Кевин Де Брюйн. К этой игре Манчестер Сити подходит с наименьшим показателем пропущенных голов. Это лучшая защита в лиге. Посмотрим. Опасно это может быть. Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. Родри. Пауло Дибала. Рахим Стерлинг. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Вполне арбитр может такое предупреждение вынести. Судья не преклонен. В такой ситуации желтая — это еще не самый худший вариант. Из-за боковой ведут они мяч в игру. Фабиан Делф. На фланг мяч уходит. Не получилось перспективную атаку развить. Потеряли они мяч. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Штрафной удар. Умар Ньяс. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Гильфи Сигурдсон. Ришарлисон. Хорошо, атака развивается. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Ман Сити без мяча остается. Ришарлисон. Ньяс. Играют они в пас. Просто невообразимо, вратарь сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. Мяч достается вратарю. И теряет мяч Сити. Откровенно плохо сыграно в обороне. Ошибка в пользу атаки.
Серхио Агуэро идет вперед. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Чисто отобран мяч. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Ришарлисон. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Пауло Дибало. Родри. Пас на ход, может быть интересно. Агуэро. Пас на Кевина Дубрейна. Есть шанс выйти вперед. Вот это спасение. Навешивает с углового Де Брюйна. Не получилось вынести мяч. По-прежнему опасно может быть. Кевин Де Брюйн. Непростая игра сегодня для всех. Команды стараются не ошибиться. От этого действуют предельно внимательно и аккуратно. Болельщикам, разумеется, такое действие не по вкусу. Нам бы тоже хотелось побольше острых эпизодов в атаке. С углового подает Дибал. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. И пробил он. Вратарь! Вот это сейв! С углового подает Де Брюйна. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. Уходят команды на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что... Второй тайм начался и с мячом Манчестер Сити. Кайл Уокер. Бернардо Сильва. Рикошет и будет аут. Уверен, он с мячом идет вперед. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? День. Фабиан Дельф. Подавай! Фабиан Дельф. Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Пауло Дибало. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Хорошо, он с мячом вперед идет. А сейчас вперед можно выйти. Очень хорошо защитник в этой ситуации разобрался. Вот это любопытно. Фернандиньо может отправиться в Ливерпуль. Ну а что тут сказать, Георгий? Время покажет. Может быть, узнаем какие-то детали и тогда... И тут может что-то получиться. Открыть счет в этом матче. И сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. 1-0. Сейчас будет веселее. Атака продолжается. Судья дает играть. Нарушение и штрафной удар. И произойдет замена. Коротким пасом разыграли. Бернард. С мячом вперед он идет. Люка Динь. И буквально подарил мяч сопернику. Замена сейчас, тренер хозяев проведет. Да, игрок готов уже выйти на поле. Отлично защитник играет.
А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешения судьи. Эмерик Лапорт. Агуэро идет вперед с мячом. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Сигурдсон. Ну, тут должен играть вратарь. Немного нерасчетливый получилось. Это передача. Избавляться от мяча сейчас надо. Пауло Дибал. Бернардо. Сейчас надо сравнивать. Сити удалось забить, и сравнивают они счет в матче. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте, и смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника, все было сделано очень четко. Замену проводит Манчестер Сити. После ответного мяча у нас 1-1. Не получилось у них мяч удержать. День. Шире они сейчас играют, мяч на фланге. Можно играть дальше, считает арбитр. И выносит мяч за лицевую защиту. На замену решился тренер. Фабиан Дел. Бернард. Это штрафной. Хорошая возможность для опасного навеса в концовке. Ох, как здорово подпрыгнула стенка и не дала ничего. Ничейный счет, и сейчас нужно хорошо эту угловую разыграть. Времени совсем мало осталось. С углового подает Сигурдсон. Скорее угловой в пользу обороняющихся получился. Он уходит от опеки. Подавай! Очень хорошо на игру читает. Мастерски. Даже углового не будет после этой атаки. Удар от ворот. Свежие силы выпускает на поле тренер. А основное время заканчивается через 3 минуты. Вот интересно, кто-нибудь рискнет, кто-нибудь пойдет в атаку, не побоявшись возможного контрвыпада. Фабиан Дельф. Почти закончилось время у нас в матче, и это последний шанс забить сегодня. 3 минуты добавлено к основному времени. Фабиан Дельф. Гильфи Сигурдсон. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот... Итак, весы, на которых качались шансы команд, так ни в одну сторону и не склонились. Ничья. Перед матчем оба тренера говорили, что будут играть на победу. И ведь не обманули. Результат, правда, ничейный, но били же.
Okay, thanks, guys. We're going to start with the questions now. Okay, guys, we're going to wrap this up now. Thank you. С радостью говорю вам привет с городского стадиона Манчестера. Сегодня здесь отличная футбольная погода. Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня мы приготовили для вас прямую трансляцию лучшего клубного европейского футбола. Групповой этап Лиги Чемпионов, вашему вниманию. Манчестер Сити против Загребского Динамо. Очень хорошо Сити начал новый сезон в Лиге Чемпионов. Они показали отличную игру и взяли 3 очка. В хорошем настроении подошли они к этому матчу. Первый тур получился успешным. И 3 очка по его итогам они добавили в турнирную таблицу. Посмотрим, как сложится сегодня. Манчестер Сити с первых минут выпустил на поле такой состав. В воротах Эдерсон. В защите Кайл Уокер играет с Бенджамином Менди. Кевин Де Брюйне с первых минут играет с Родриго Кастанте в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Кун Агуэро. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Дибала на дальней штанге, туда подача. И мяч выбит из штрафной. На экране стартовый состав гостей. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу 3 опорника. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Так здорово он мяч отдал. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. И выносит мяч защитник. На групповом этапе Лиги Чемпионов Манчестер Сити стабильно выступает блестяще. Проблемы у команды обычно начинаются уже в стадии плей-офф. Посмотрим, как сложится в этом сезоне. Думаю, сегодня все будут ждать особенной игры от Кевина Де Брюйне. Как думаешь, справится он? Этот парень просто в прекрасной форме. 3 мяча в последних 3 матчах. Защита должна за ним следить очень внимательно. Лангле. Родри. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Потерял он мяч, но кому он достанется? Есть свободная зона перед игроком на фланге. Родри. Пауло Дибала. Менди. Отдает он передачу. Ну, навешивай! С умом он мяч отдает. Вводит мяч у них.
И выносится мяч из штрафной. Тут силовая борьба. Атака продолжится через фланг. Рикошет и будет аут. Выгоды от владения пока что нет никакой. Думаю, и тренеры... Пол команды обыграл! Ничего себе! Очень уверенно играет голкипер. Сити угловой подаст. С углового подает Де Брюйне. Не удалось мяч вынести, надо обороняться, продолжать. Отлично он играет сейчас. Де Брюйне. Серхио Агуэр. Счет, матч открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. Игроки обеих команд в каком-то благоговейном трепете следили за полетом мяча. И все вместе они услышали звон перекладины. Аркаса ворот, мяч влетел в сетку. 1-0. Сейчас будет веселее. На фланг мяч уходит. Можно играть дальше, считает арбитр. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Так и надо было сыграть, выносит он мяч. Один-ноль после первого тайма. Начинают команды второй тайм. Продолжают команды свой поход к майскому финалу. Еще 45 минут во втором туре играть. Пас на фланг. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящий. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Слишком далеко до ворот и даже в створ не попал, хотя удар получился. Но мне кажется, вратарь все видел и контролировал. Кайл Уокер. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? В общем-то, именно его гол, вот этот гол, в концовке первого тайма все изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. Здесь он попадает под прессинг. Играет в пас команда. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? И мяч потерян. Можно навешивать. Шире они сейчас играют. Мяч на фланге. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. 30 минут играть осталось. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Дибала! Блокирует он этот удар. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то... тактические перестановки. Им надо забивать. Двух свежих игроков решил на поле выпустить тренер Мансити.
просят поторопиться игроков хозяев, болельщики гостевой команды, свистит их всех. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Чуть помягче надо было сыграть, а так это подарок для вратаря. Пауло Дибал. Лангле. 20 минут осталось играть. Идут они в атаку. Удар. Отбивает мяч Эндер. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Ну надо же. Казалось, что вратарь сумел отвести угрозу от своих ворот, но мяч отскочил прямо к нападающему. Голкипер сыграл, мягко говоря, не безупречно. Вроде бы и выручил, но тут же подарил мяч сопернику. Тут все очевидно будет штраф. Юлиан Драксин. Пауло Дибала. Сане. Отличный перехват, очень вовремя. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Сыграно жестко, но в рамках правил. Ман-Сити без мяча остается. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. И это удар! Еще одна возможность. Очень хотят они выйти вперед. Юлиан Драксин. Хорошо в отборе сыграно. Будет аут. Кайл Уокер. Лерой Сане. Дебрюйн. Вот Дебрюйна пошла подача в штрафную. Неплохо. Оставалось только забить. Все было в руках игрока, но и еще раз но. Игрок вполне мог сейчас отличиться, но, видимо, не чувствовал в себе уверенности, когда наносил этот удар. Please give a round of applause for today's man of the match. Number 17, Kevin De Bruyne. Катают они мяч. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. Теряют они мяч. Есть момент, чтобы вырвать победу. Можно забивать. Вот тебе, вот тебе, вот тебе! Ай, только не по лицу, я им работаю! Ты смотри, что происходит в самом конце матча. Стояли, стояли, держались, держались. И вот, оказывается, к чему готовились-то. Да, неожиданно. Ну что, заканчивается второй тур в нашей группе. Была победа в первом матче у команды.
Этих от стадиум рад приветствовать вас сегодня. И мы, конечно, присоединяемся к красавцу стадиону и говорим привет. Смотреть этот матч вместе с вами будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Зовет нас английский футбол вновь. Это премьер-лига в прямой трансляции. Манчестер Сити играет против Вулверхэмптона. Спасибо, Георгий. У нас все почти готово к началу встречи. Я надеюсь, что футболисты настроены сегодня сыграть в открытый футбол. И хочется увидеть матч с большим количеством атак и забитых мячей. Смотрим состав Манчестер Сити. В воротах Эдерсон. В обороне Америк Лапорт в паре с Климаном Ленгли. Кевин Де Брюйне с первых минут играет с Родриго Касканте в центре полузащиты. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим, оправдает ли он себя. А вот это пенальти. И если сейчас забивает команда, очень вероятно, что и матч выиграет. И тут очень важна выдержка, причем с обеих сторон. Это, безусловно, пенальти. Но карточку судья почему-то не показывает. Да, странное дело. Забыл ее, что ли, где-то? Перекладина, но мяч в игре. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распределении. Движение другой команды. К этой игре Манчестер Сити подходит с наименьшим показателем пропущенных голов. Это лучшая защита в лиге. И очень скоро мы увидим ее в действии. Посмотрим, так сказать, как надо играть в обороне. Эмерик Лапорт. Родри. В атаку они переходят. Рауль Хименес. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. После рикошета мяч уходит в аут. Вперед. Отлично, защитник на фланге сыграл. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. И подает в штрафную. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Диогу Жота. Рауль Хименес. Здорово сыграно. Де Брюйне. Пауло Дибала. Отдает он мяч партнеру. Ну, решай же! Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Не получилось у атаки что-то тут придумать. Мяч у защитника.
Похоже, не собирается Манчестер Сити расставаться с мячом. Полузащита действительно очень неплохо выглядит, но от них ждут очень хороших действий в атаке. Так что надо им свое владение переводить и в голевые моменты. Арбитр назначает штрафной. Этот арбитр, видимо, достает карточку только в самых крайних случаях. Ты посчитал, что в этом эпизоде достаточно провести воспитательную беседу. Знаешь, по-моему, у него все-таки была мысль достать карточку. Даже рука потянулась к карману, но в итоге обошлось. Помогает вратарю игрок. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Спасает вратарь, мяч у него. Пауло Дибало. Вперед идет атака, интересно может быть. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Центр штрафной, подача. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась, но одно неудачное действие и, пожалуйста, мяч уже у соперника. В основном времени арбитр решил добавить 3 минуты. Через одного игрока атаки сейчас развивается. Агуэр. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Нет, не дошел этот пас до адреса. Первый тайм завершен, на табло нули. Пока что у него не все получается. Его сегодня просто не подпускают к воротам. Он почти не наносил ударов, как мы видим на этом графике. Нужно искать варианты для удара. Продолжается наш матч, второй тайм. Как уходит он от защитника? Хорошо увидел партнера впереди. Привет всем со стадиона Этихад. Почти все готово к началу нашего матча. Очень скоро увидим мы футбол. Георгий Черданцев и Константин Генич будут комментировать сегодняшний матч. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира, английскую премьер-лигу. Манчестер Сити против Вулверхэмптона. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитым мячами. Мяч вперед идет к чужим воротам. Манчестер Сити с первых минут выпустил на поле такой состав. В воротах Эдерсон. В обороне Америк Лапорт в паре с Климаном Ленгли. Кевин Де Брюйне с первых минут играет с Родриго Касканте в центре полузащиты. И на острие атаки сегодня только один нападающий. Посмотрим, справится ли он впереди. Здесь защита справляется. Вот в таком составе сегодня Вулверхэмптон будет начинать игру. Сегодня тренер выбрал необычную схему. Помню, как здорово по ней играла сборная Германии в 90-х. Рауль Хименес. Блестящее спасение! И в центр штрафной подача. Рикошет и угловой будет. Центр штрафной. Под очень серьезным прессингом был сейчас атакующий игрок, поэтому даже ударом в створ не смогла атака закончиться. Все благодаря слаженным действиям в защите. Не дали они этой атаке во что-то опасное превратиться. Родри. Кевин Де Брюйне. Вся команда сидит в обороне и даже не собирается атаковать. Неудачно отдал пас Де Брюйне, перехват. И вот игроки нападения. Константин, какой игры от них сегодня ждем? Да, такие игры всегда привлекают внимание зрителей. И нам тоже не терпится посмотреть, как звезды футбола себя покажут в этом матче. С умом он мяч отдает. Диогу Жота. Рауль Хименес. И есть гол! Нет, 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 это не гол. Арбитр зафиксировал офсайд. Так, давай смотреть повтор. Ну, неудивительно, что игрок был уверен в своей правоте. Офсайд, что называется, миллиметровый.
Кевин Де Брюйне. Пауло Дибала. Менди. Пауло Дибала. Де Брюйне. Передача на Дибалу. Все в рамках правил, можно играть. И вратарь забирает этот мяч. Де Брюйне. Агуэро. Кевин Де Брюйне. И прекрасно играет Руй Патрисио. Спас команду. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Лишь благодаря игре вратаря счет на табло все еще ничейный. Он в очередной раз спасает свою команду. И теряет мяч Сити. В закрытой манере сегодня действуют обе команды. Решили они не рисковать без необходимости. И пока что игра у нас идет на измор. Кто кого в первом заставит ошибиться. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Рауль. И тут может что-то получиться. Отбивает мяч Эдерсон. Очень вовремя защитник, играет на вынос. Жоао Моутиньо. Удар! Отличный момент, как здорово здесь он сыграл. Де Брюйне. Агуэр. Пауло Дибала. Ман-Сити без мяча остается. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Диого Жота. Опасно! Ух, Эдерсон спасает сейчас! В центр штрафной мяч направлен. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Нарушение и штрафной удар. Пауло Дибала. Первый тайм совершен, на табло нули. Рахим Стерлинг. Явно не получился тут подкат. Что скажет судья на это? Это предупреждение. Очень грубый подкат. Игры в мяч и близко не было. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафным. Похоже, не пугает его дальнее расстояние до ворот. Он решил пробить отсюда. Кевин Де Брюйн. Лангле. Бернард. Выручил он свою команду. Думаю, самый популярный человек сейчас на трибунах – это судья. Болельщики, конечно, недовольны его решением. Свежий игрок войдет в игру у нас. Саис. И теряет мяч Сити. Мяч вперед идет к чужим воротам. Жоао Моутиньо. Рауль Хименес. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Крайне неудачное действие голкипера. Приведут они к чему-то опасному у его ворот. И это опасно может быть. И мяч в руках у голкипера. Еще много времени до конца матча, 30 минут. И вперед он идет. Есть пространство перед ним. Очень опасно могло быть. Защитник уверенно играет на втором этаже. После рикошета мяч уходит в аут. Саис. Конатан Кастро. Ну, грузи в штрафную.
Жоу Мутиньо. Счет не изменился, по-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Лангле. Стерлинг с мячом на фланге, есть куда бежать. Отличный момент, есть! Как здорово он готов. Кипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец! Навешивает Морес. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Мяч сыграно. Мяч у соперника теперь будет. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Ман-Сити без мяча остается. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Хороший пас получился. Надежно играет вратарь. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Не удалось мяч вынести, надо обороняться, продолжать. И пробил. Не получился у него этот удар. Удар-то был непростой, трудно было мяч с лета в касание поймать. И вот такая срезка вместо удара. Лангле. Менди. И теряет мяч Сити. Тащит он мяч вперед сейчас. Вводит мяч у них. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Загубили потенциально опасную контратаку, потери мяча в довольно простой ситуации. Серхио Агуэро отдает классный пас на ход партнеру. Потерял атаку нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Конор Коуди. Жоао Моутиньо. Сити на фланге есть свободная зона. Туда пойдет атака. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Упс, замешкались немного с мячом футболисты и позволили сопернику перегруппироваться. Отбивает мяч Эдерсон. Итак, весы, на которых качались шансы команд, так ни в одну сторону и не склонились. Ничья. Ну, прямо скажем, посредственная игра в его исполнении сегодня.
Thank you.